Доброе утро, дорогие друзья! Второй день купания, это через день у нас получается. Сегодня у нас великолепный день, солнечный уже. Сегодня будет температура плюс 13, которую обещают, мы с вами проверим. Это причем в тени, на солнце должно быть больше. Сейчас температура плюс 4 градуса, довольно-таки не жарко, я бы сказал. С утра была плюсовая 2 градуса, и вот она разогналась немножко. На часах у нас где-то часов 9:10, 9:20, на море уже жизнь появляется. Мы находимся на пляже Восход, с левой стороны Счастливое Детство, если быть точным. А сейчас этот Сан-Парк называется, наверное, пляжик. Ой, как же тяжко, честно, пробежался с утра 10 километров. Села батарейка, 5 градусов, пришлось вернуться, и заодно точно вам покажу температуру. И 9:30 уже. Ходим туда-сюда, вместо того, чтобы в море купаться. Представляете, какая беда. Вернемся на то же место, к нытью про ногу. Я к чему это вообще рассказывал? То есть вот бедро болит прям невероятно. Я боюсь, что, возможно, в следующий раз, ну, то есть послезавтра не смогу даже бежать. Потому что я еле вернулся обратно. Не то, что там запыхался, устал, вот нога просто подводит. Если кто знает, как по-быстрому восстанавливать ноги или делать так, чтобы они вообще не болели, буду вам благодарен за это. О, корабль военный подошел. У нас на рейд стал, наверное, вообще тоже посмотреть, как Азаровский будет купаться. Причем только что его не было. Вот приходил, все было хорошо. Итак, здравствуй, море Анапы. На море-то у нас красиво. И море-то у нас сила. Нет у меня с собой телефона, чтобы посмотреть, что это за корабль. Если вы сможете разузнать, пишите обязательно, кто у нас стоит, кто бережет нашу бухту Анапскую. И людей на пляже, ребят. Вот что говорится, выходной день. Я после купания сразу домой, душ, надо что-нибудь скушать, и я думаю, пойдем погуляем по городу. Как минимум поснимаю вам, что там происходит. Точно, смотрите, вот сеть я сегодня показывал, и она стоит вот так вот прямо, и буква G аж вот-вот-вот до туда. То есть, если пойти вот тут, нырнуть, и можно в сеть воткнуться и утонуть. Какая тупость эта сеть, и я в шоке просто. До сих пор не могу понять, как вообще вот могут разрешать ставить сети в море. Так, температура воздуха, смотрите, показывает 10 возле моря. И сейчас замеряю температуру водички. Калашников. Итак, температура воздуха 10,5 градусов. То есть, в принципе, лучше. Ну, на воздухе падает, ветер продувает, но море подняло температуру. В прошлый раз, позавчера было 9,9, а сегодня уже почти на 0,6 больше. Красота. Ну что, друзья, сети, море, все нету ломать, да? Попробуем искупнуться. Смотрите, я собирал уже деньги там пакетов, медузы в этих сетях. Сейчас посмотрим, есть ли попавшиеся крабы там или еще кто-то в них. Ну, ну что, кстати, чуть-чуть хорошо, потому что полезные сети. Если где-то кусок бы еще вывозили и убирали, то цены к ним было бы. Вот, собственно, вот так вот можно и собирать все водоросли, которые появляются у нас в море и которые нам всем не нравятся. Все стоит, все прочее. О, смотрите, первая попавшаяся рыба, которую я нашел. Это такой вот пеленгас. Он уже погибший здесь. Это да, бедная рыбка. Окоченевший уже. Идем дальше. Думаете, он один? Это вот все могли поесть дельфины. Говорите, что дельфинов нету. Смотрите еще. Этот еще больше, короче. Тоже он не видит же эту сеть, видите? И попадает. Ну, это, не знаю, вот кефаль. По-моему, это кефаль, ребят. То есть у нас, смотрите, огромная. Килограмм на 2,5 идет. Что-то сеть не чистят. О, еще один. Вот это да. Вот это взяли, слушай. Еще одна. Она тут вообще прям боролась за свою жизнь. Огромная просто рыбина, а. Вот так вот в Анапе. И погибает вся рыба в море. Следующее. У нас кто? О, еще один. Красавчик. Ну, собственно, видите, оно такой загородкой сделано, чтобы рыба не скакивала. Здесь уже рыба, смотрю, собрала эту сеть. Но я хочу сказать, что в прошлые разы, когда я видел сети эти, и они стояли в других местах, то там
прям очень много крабов было погибших. Здесь, ну, по-честному, могу сказать, что я не вижу. Тут вообще на глубине, видите, она чистая, никого нету. То есть боковая на мели зашла рыбка, и все. Ну, дальше гулять по ней не хочу, потому что холодно. Всем счастья, эмоций позитивных, и главное в сеть не воткнуться, друзья. Блин, как холодно, слушайте, как я раньше это делал, все, не знаю. Так, раз, два, три. Красота. В общем, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Всем привет. Ух, я пошел. Все эти в море, конечно, меня расстроили. Хоть купание было хорошее, прекрасное, классное, но тем не менее хочется, чтобы и сетей мы здесь не видели. Вы напишите свое мнение по этому поводу, и, кстати, жалко вам рыбку или нет. Я просто вообще был возмущен насчет этих сетей, когда в прошлом году, или нет, только в прошлом, года два назад, мы со Шотом тоже купаться пошли, я чуть не воткнулся в одну из них, там ставили на речке Можексин. И я ее смотрю, а в ней прям набито крабов, они так перепутанные, то есть их уже не вытащить, их там было прям великое множество. Здесь она, в принципе, мусор пособирала, да, и там три рыбины поймала. Такого плохого что-то увидел сильно не могу, но рыбку тоже жалко, там дельфинчики бы скушали, у нас и так рыбы в море нет. Если бы раньше вот так сеть поставили, ее бы снесло просто, потому что рыбы было столько, ребят, просто нереально. Сейчас многие, кстати, задумаются, они купаются в море, а здесь такая рыба плохая. Раньше с маской заходишь в море, если такую рыбу не видел, это, ну, считаю, вообще не искупался в море, она везде плавала, там красиво это было. Я поэтому, когда мне говорили, Черное море мертвое, смотрю, ну, дураки, а сейчас я с вами полностью согласен. Вот, рапана сожрала всех моллюсков, а вот рыбаки и все остальное, плюс экология, выбила всю рыбу, которая была, то есть ее осталось крайне мало, это последние сетями забирают. Но это выстрел себе в ногу, ее надо выращивать, увеличивать, наоборот, поголовье, а не уменьшать, вот, чтобы это так было. По крайней мере, я так считаю, может быть, конечно, не прав, эти три рыбы могли там кого-то спасти, там, от голода и так далее. Что может быть? Вот целое семейство у нас пришло, машинками играют. Слушайте, ну корабль такой интересный, видите, развернулся, по ветру стал, все, здесь стоит. В общем, желаем, чтобы было мирное небо и все было хорошо и прекрасно. От души всех обнял, к сердцу прижал. И мои соболезнования всеми погибших летчиков, то, что вчера произошло, это просто невероятно. Тем более уже второй раз подряд это, ну, прям жутко. Что, вам чуть-чуть морешка, ребят, если это видео выйдет отдельно. Если нет, то идем гулять по набережной Анапы. Холодно, Арктика, блин, вообще реально. Хотя температура, да, такая, в принципе, неплохая. Но от моря отходишь, я говорил, там плюс 5. Просто это за счет воды температура держится. Вот какая-то лодка моторная вдоль берега пошла. О, и девчули, кстати, вот смотрю, бегают. С утра одних мужиков встречал, а тут чуть попозже надо начинать. Можно смотреть еще по сторонам. Я как начну нормально бегать, если начну, если поможете с ногой, то буду еще с камерой. При этом интересные, может, моменты показывать. Пока вот первый раз я там много снимал в Телеграм, сегодня только 5 километров показал и 10, когда закончил заходить в нашу телегу. Юрий Азаровский, буду рад вас всех там видеть.